В этом ролике мы расскажем о самых значимых обновлениях релиза Elecard Codec Word 4.8. В этот раз основное внимание мы уделили версии для Windows, в которую вошли следующие возможности. Долгожданная новинка. Теперь Codec Works поддержит аппаратное транскодирование на видеокартах NVIDIA. Если вы хотите узнать больше о кодировании на GPU, ознакомьтесь с нашей статьей «Intel и NVIDIA. Сравниваем кодирование на графических ускорителях». В этой статье мы рассматриваем основные преимущества и недостатки кодирования на GPU на примере технологии QuickSync от Intel и NVIDIA видеокодек SDK. Добавлена возможность кодирования в реальном времени в формате HEVC на центральном процессоре. Теперь Codec Works имеет более быстрый и удобный веб-интерфейс. Сейчас доступна альфа-версия, функционал которой пока ограничен, но скоро мы добавим все необходимые возможности. Мы ускорили внутреннее взаимодействие модулей, что позволяет Codec Works работать еще быстрее и надежнее. В Elecard Codec Works для Windows и Linux вошли следующие обновления. В новую версию мы добавили поддержку распространенных протоколов. Теперь Codec Works поддерживает прием и вещание потоков по протоколам RIST и RTMP, а также добавлено шифрование потока SRT. Теперь сохраняется история версии схем. Вы можете смело редактировать схему и подбирать наилучшие комбинации настроек для вашего решения, а затем легко вернуть исходный вариант схемы. Мы улучшили введение журнала, добавили ротацию записей по времени создания и размеру. События ротации отображаются в журнале. Добавлена возможность вручную формировать служебные таблицы NIT, SDT, TDT. В менеджер добавлен столбец входной ссылки с возможностью копирования. Добавлен поиск схемы по ссылке. Кроме того, мы расширили список событий, о которых Codec Works оповещает по протоколу SNMP. Поддержка аппаратного транскодирования на видеокартах NVIDIA и другие новые возможности в Elecard Codec Works 4.8 для Linux будут внедрены позже. Следите за нашими новостями. Вы можете бесплатно попробовать и оценить Elecard Codec Works. Чтобы запросить демо-версию, перейдите по ссылке в описании. Мы знаем, что иногда вам может потребоваться помощь, чтобы разобраться с продуктом. Вы можете воспользоваться помощью инженера технической поддержки компании Elecard, а специалисты отдела продаж помогут подобрать решение под нужды вашего проекта. Наша команда поможет вам решить задачи любой сложности и масштаба в области кодирования и мониторинга видео.